Еще несколько мгновений, и этот брелок будет готов. Лазерная гравировка – это один из наиболее практичных и современных методов нанесения изображения. В считанные минуты можно получить уникальный сувенир. Чтобы изделие получилось, сначала макет выводят на компьютер и задают параметры, и только потом отправляют в работу. Это все целиком лазерный аппарат. Здесь находится управляющая голова, которая направляет пучок лазера по осям. В Химках работает предприятие по изготовлению печати и штампов. Здесь наносят фото, логотипы и цитаты на разные предметы. При этом гравировка пользуется особой популярностью, а некоторые заказы впечатляют своей креативностью. Гравировал как-то подарочную кирку. То есть на ней надо было просто выбить поздравление там, для человека. Из чего-то необычного, пожалуй, можно вспомнить только... скорее забавное, когда надо было сделать поздравительную табличку для кинжала. С помощью лазера наносят изображения на материалы разной плотности и толщины, цветные и неокрашенные поверхности. Фирма работает в городском округе около 10 лет. Сотрудники муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» в рамках проекта «Выбирай свое» посетили производство и рассказали о возможных субсидиях. Выезжаем на производство на территории городского округа Химки, рассказываем предпринимателям о мерах поддержки, о субсидиях, о грантах, которыми они могут воспользоваться. Малый и средний бизнес важно поддерживать для того, чтобы, во-первых, наши предприниматели чувствовали себя комфортно. Благодаря данным мерам поддержки мы помогаем им развиваться. В этом году для бизнесменов доступны новые гранты и программы. О них более подробно можно узнать через МКУ «Малый бизнес Химки». Юлия Самошина, Юлиана Мазырина. Новости Химки ТВ.